всех, кто пришел вместе с нами отпраздновать День России. Хотя среди нас нет гостей официальных лиц, мы решили не нарушать традицию исполнения государственного гимна не только Российской Федерации, но и Республики Польша в знак уважения к нашим польским друзьям, которые сегодня там присоединились. Приветствую моих уважаемых коллег по дипломатическому корпусу, представляющих государства мирового большинства, которые не поддаются диктату коллективного Запада и сами решают, как им строить отношения с Россией. Россия встречает свой праздник в условиях, ведущейся против нас коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами тотальной гибридной войны. Ее заявленные цели – нанести России поражение на поле боя, изолировать ее на международной арене, подорвать российскую экономику, уничтожить российскую государственность. В качестве тарана против России Запад использует неонацистский киевский режим. Этим планом, однако, не суждено сбыться. Больше года продолжается специальная военная операция России на Донбассе, в Новороссии и на Украине. Теперь мы более чем когда-либо убеждены в том, что она была неизбежна и необходима. Стало предельно ясно, насколько велика угроза со стороны созданного прямо у наших границ, на наших исторических землях, под диктовку и под контролем Запада, враждебного нам государства, анти-России, территория которого осваивается военными структурами НАТО, его военная машина укрепляется и накачивается оружием, нацеливается против нашей страны. На Украине открыто декларируется цель уничтожения России, насаждается идеология крайнего национализма, русофобии, по сути, неонацизма, культ бандеровцев, нацистских приспешников времен Второй мировой войны. Появляется все русское. Образование, культура, средства массовой информации, даже использование русского языка в быту. Спровоцирован антироссийский, по сути, раскол в украинском православии, подвергаются преследованиям и репрессиям духовенских и верующих канонических украинских православных церквей. Сейчас не осталось сомнений в том, что глубинный смысл конфликта – это вовсе не судьба Украины. России в этом конфликте противостоит весь коллективный Запад. На Украину и ее народ могут наплевать. Он готов воевать до последнего украинца. Для него главное – сломить непокорную Россию, преподать урок всем другим странам и утвердить свое мировое господство в навязчивые времена. Ради этого Запад поощряет и поддерживает на плаву неонацистский, деспотичный, коррумпированный киевский режим, закрывая глаза на его откровенные террористические действия, обстрелы жилых кварталов российских городов и сел, атаки на Крымский мост, Запорожскую атомную электростанцию, Каховскую ГЭС и другие объекты гражданской инфраструктуры, убийства общественных деятелей, ученых, журналистов. Ось мировой политики сейчас противостояние вовсе не демократии и авторитаризма, а неолиберального тоталитаризма и ценностей мирового большинства. В основе мировосприятия и политики Запада убежденность своей исключительности и праве повелевать мир, от имени золотого миллиарда навязывать остальному человечеству свою неоколониальную гегемонию и псевдоценность. Жить за чужой счет. Эта евроатлантическая неолиберальная секта хочет и дальше диктовать свои условия большинству человечества. Рассуждая о нанесении России ядерной державе стратегического поражения, ее расчленении, декоммунизации, устройство на ней криминал, взыскание репараций. Ничто иное, как бред, порожденный иррациональной русофобией местечковых политиков некоторых стран Восточной Европы. Но конца истории, которой поспешили объявить западные идеологи, не случилось. Момент однополярности, если он вообще был, остался в прошлом, а будущее за справедливым полицентричным миропорядком, в котором не будут работать любезные западные неоколониальные привычки, придется считаться суверенными национальными интересами.
интересами всех государств, искать равновесие и компромисс между ними. 30 с лишним лет непосредственно перед распадом Советского Союза и после него Запад нам бессовестно врал о том, что НАТО не будет расширяться на восток, а приверженность к неделимой безопасности и взаимовыгодному сотрудничеству, о готовности учитывать наши жизненные интересы. Чего стоит теперь откровение Порошенко, Меркель, Олланда о том, что подписывая Минские договоренности, которые, между прочим, потом утвердил Совет Безопасности ООН, они изначально не собирались их выполнять, а хотели выиграть время, чтобы готовить Украину к войне с Россией. Мы окончательно утратили остатки доверия к Западу. У нашего народа сложилось предельно ясное понимание судьбоносного характера нынешнего противостояния с противником. И пусть ни у кого не будет сомнений, мы пойдем до конца, задачи спецоперации будут выполнены. Российское общество сплотилось перед серьезнейшим вызовом, полно решимости его преодолеть, преобразиться, стать сильнее, укрепить свой суверенитет и независимость. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так что сегодня... Thank you.